Друзья, всем привет! С вами Алена Бордовская из Таиланда. И сегодня вообще просто необычный выпуск. Я встретила севастопольских товарищей, которые с собой оттуда притащили катамаран. Здесь его разобрали, и мы сейчас отправляемся в плавание на острова необитаемые. Вообще это будет очень круто, тем более, что мы с маленьким ребенком. Интересно, как это все пройдет? Мне уже интересно. Бегу, как обычно, почему? Потому что что делаю? Правильно! Опаздываю! Так что побежали. Эй! Земля! Вот на этой штуке мы сейчас поплывем. Ой, я тут намочу, ничего. Нет, ничего, а? Всем привет. Садись. Давайте знакомиться. Давай. Это Владимир Владимирович, да. Главный капитан нашего сегодняшнего судна. Вот так. Может, сюда, может, сюда. Где тебе удобно? Давай. Я вот тут сяду. Так, давай. Главный юнга сегодняшнего вечера. Ты что такая радостная? Прям все по высшему разряду. Мы на стульях, а мы не упадем? Нет, упадем. Если нет? Со стула начинаешь падать, то значит уже плыть никуда не надо. А, да, ты все. Ты уже достаточно пьян. Понятно, я думала, ветер, волны, все дела. Ну все, земля, прощай. Видали, как они экономят бензин? Один катер, все остальные тащит до места назначения. Хитрецы какие, тайцы. Мия, помаши рукой! Мы так быстро плывем, как на моторной лодке! Обратите внимание, у нас справа по курсу остался остров. И это частный остров, туда не попасть. И мы едем прямо. И, кстати, вода стала уже синяя-синяя. О, какая здесь вода вообще. И вот он пляж. Почти пустой. Привет. Тебе нравится здесь? Ах, конечно, нравится. Так, все. Вдохнула полной грудью и побежала в море. Тем более, посмотрите, какое оно красивое. Владимир Владимирович там уже свое пузо намочил. Уже обмакнул. Офигенное просто море. Это я в рекламу Баунти приехал. Рыба. Смотрите, рыба. Вообще. Вот реально, вот сейчас прям такой Таиланд ощущается. Не по Таиланд, а Таиланд. На островах такая же вода и такое же все. Как будто вы меня на Мальдивы везли. А мы 40 минут всего лишь ехали на катамаране. Сейчас я вам открою секрет. Этот катамаран складной и переносной, перевозной, да? А вы его где-то купили или это собственно? Это в Москве сделали поплавки. Какие? Вот эти? Вот эти. А, бананы, да? Вот это вот от носилок с воинского хранения. Остальное все здесь сварили, конструировали и все. Здесь сварили, да? Да. И мотор приделали, мотор, да? Мотор здесь купили, тоже у этих самых иностранцев. Ага. Патентовали все изобретения? Не, не надо. Нет? Ну а что, как масштабность? Он складывается и реально в машину помещается? Да. Да? Он просто переворачивается вверх ногами. Вот эти вот в пикап ставятся вот эти квадраты. Это вот все над ним. Его можно прямо в собранном состоянии, если есть 6 человек, поднять, поставить, закрепить и ехать. То есть можно даже и не собирать, если недалекое расстояние. Если недалеко. Вторжение роботов в Минске. Робополис. Интерактивная выставка технологий для всей семьи. 50 роботов со всего мира. 6 зон виртуальной реальности. Перемещение предметов силы и мысли. Приходи в Робополис. ТРЦ «Титан» с 26 января по 10 марта. Возрастное ограничение 0+. Расстояние, но мы ездили и на Пхукет, ездили и на Пипи, и на Краби, и на Калантру. Ой, так вы все острова уже отметили? Кроме одной группы. Одну оставили, потому что если она на нее побываешь, потом уже плыть некуда. А, да. Какой остров больше всего понравился вам в Таиланде? Самый любимый? Кот Тао.
Котао? Это где? В какой области? А это вот набираешь в Яндексе 10 самых красивых островов планеты. А, и там есть и выпадает Котао, и это он в Таиланде. А, да? Классно. Да. Надо будет тоже посетить. Да. Или туда нельзя добраться? Можно ли туда добраться? Ну как, достаточно несложно, но угу. Да. Можно. Котао, запомните. Котао, да. Кстати, это земляк, севастополец. Удивительно, но очень много севастопольцев здесь встречаем. Вы тут живете зимой, или зимуете? Зимой. И как долго вы здесь уже зимуете? 9-й год. 9 лет? 9-ю зиму. А не хочется там во Вьетнаме перезименовать или... Все попытки приводят к тому, что Таиланд лучше всех. А, вы были во Вьетнаме, там еще где-то? Да, в Камбодже? Да, в Камбодже, конечно. Да? И Таиланд самый... Катамаран возили на Филиппины, и по Филиппинам 650 километров 21 день. 21 день? Да. Ничего себе! И как Филиппины? Самая чистая в мире вода. Да? Но Таиланд почему-то лучше. Потому что соотношение цены, качества, удобства для пожилых людей. Все для комфорта. Ну да, медицина хорошая. Ну вот так вот мы на стульях ехали, ни разу мы не перевернулись. Ни разу. А медицина, вы пользовались медициной? Да. Да? Страховкой или? Страховка. По страховке, да? Оли вот делали операцию. Да, что случилось? Лихорадку Денге она здесь лечила. Лихорадка Денге, вот я боюсь этих комаров дурацких. Ну да. А весна, лето, осень, вы в Крыму, да? Лето в Крыму. А, лето только. А весна и осень по месяцу во Владимире. А, еще Владимир. Да, мы же ну, в общем, вы путешественники те еще. Ну да, просто дачу в Севастополе. Ага, понятно. Здесь буквально, ну, даже получаса, нет, 25 минут. И смотрите, какой отлив, что нам приходится поправлять катамаран. Потому что, не дай бог, на земле останемся. Очень быстро куда-то уходит море. Владимир Владимирович, куда уходит море? Море уходит в центр залива. И насколько далеко оно уйдет? Ну, метров на 50. Ого! Разница между приливом и отливом может быть 3 метра 60 сантиметров. Вау! Это в глубину? Ничего себе! Вот так вот. Завтра полнолуние, самый большой отлив, самый большой прилив. Да, вы прям все по луне следите. Вот так вот за луною море ходит. Удивительный феномен природы. Смотрите, вечером здесь никого. Значит, решили устроить экспедицию в джунгли вглубь острова с целью пройти его насквозь. Посмотрим, что получится. Шашлычком пахнет. Да, здесь прям целые зонтики. Но если честно, вот мне больше бы хотелось лежать на том песочке, чем на этом лежачке.